первый раз столкнулся очень давно, лет 20 назад где-то. Меня супруга попросила по бабушкиному методу постелить газеты. Я такой думаю, зачем? Она говорит, надо. И потом я такое встречал. В принципе, раньше люди многие это знали. Газеты были доступны, они были у всех. Сейчас как бы народ может использовать и другие материалы. Но а для чего хозяйки, или как в данном случае я хозяин, применяют этот метод? Вы узнаете в конце ролика. Сейчас его доделают. Ну, что удобно. Проводишь, сгибаешь. Ну, с газетами работать очень удобно, конечно. Вот, раз. Ну, остался этот кусочек небольшой. Мне этого хватит. Вообще, такой малости. Сейчас мы сложим. Да, наверху как бы это смотрится, ну, не очень, но, как говорится, когда спускаешься, нормально, то есть, ну, вот эту газетку просто подогнуть надо. А так вот, смотрите, оно незаметно. Газеты еще со временем так плотно прилягут, и это видно не будет. Ну, а теперь, как и обещал в конце ролика, зачем же все это делают? Вот, друзья мои, из-за чего хозяйки ложат, кладут газету. Смотрите, что с газетой творится. Вот здесь она такая, здесь она такая. И, соответственно, верх остается чистым. Смотрите, какой ужас. Представляете? Вот этот жир. И газета что? Их снял, поменял. Особенно вот смотрите, там где плита. Вот этот жир оседает сверху. И нужно каждый раз, кто моет, кто что. Ну вот самый простой способ газеты. Вот для чего хозяйки кладут газеты наверх. Многие об этом знают, но встречаются люди, которые об этом не знают. Так что, кому способ понравился, подписывайтесь, ставьте лайк. И мы продолжаем. До свидания.